Привет, друзья! Вы на канале «Садовая терапия» и с вами я, Ирина. Сегодня я высаживаю луковицы тюльпанов. Буду делать композицию, чтобы потом весной любоваться этими композициями. Композиции у меня будут вот в таких кашпо. В прошлом году и позапрошлом году я уже высаживала луковицы. И мы любовались весной красивыми композициями с тюльпанами. Они всегда у меня разные. И я могу вам показать, это был 20-й год, и 21-й год, и 22-й год. Вот какие у меня были красивые композиции. Ну, а следующий сезон будут совершенно другие. Я все время беру разные, так интересней. Вот такие вот луковицы я взяла в этот раз. Сорта. Такие сорта я взяла в этот раз. Очень красивые сорта. И буду высаживать. Старые луковицы, которые у меня остались, я их немножечко подержу в растворе марганцовки. Пусть они немножечко протравятся. И также я сделаю с новыми луковицами обязательно. Ну, а потом буду высаживать. Конечно, вам покажу. Кстати, у меня есть вот такая штучка очень интересная, которой я делаю ямки. Ямку нужно делать на 3 размера одной луковки. Вот, например, сейчас вот я вам покажу здесь вот луковички, к примеру, да? И вот плюс еще 2, вот 3 размера вот такой луковицы. И высаживать можно на такую глубину, на глубину 3 луковиц. Вот, друзья, я высадила свои тюльпаны и гиацинты. Вот в этих больших кашпо у меня тюльпаны новых сортов. Здесь у меня тюльпаны прошлогодние и гиацинты. Вот в этом кашпо у меня тюльпаны маленькие, луковицы. Скорее всего, ну, мне так кажется, они не будут цвести, ну, будут на доращивании. А здесь вот, вот в этих кашпо и тут гиацинты. В этом году у меня красивые гиацинты цвели. Вот они цвести должны. Вот такие тюльпаны у меня новинки. И еще прошлогодние, вот то, что, вернее, даже да, из прошлого года, и с этого сезона тоже были тюльпаны. И они у меня, новиночки у меня здесь, чуть-чуть здесь, и здесь у меня прошлогодние. Я вот вам покажу видео, как у меня цвели тюльпаны, очень красиво. Ну вот кому-то, если пригодится, я уже вам говорила, что мы высаживаем тюльпаны и на глубину 3 размера, да, вот берем луковицу и 3 размера вниз, 3 луковицы и засыпаем. Я добавляла еще золу, все это утрамбовывала, проливала раствором с марганцовкой. Здесь вот еще кокосовой стружечкой засыпала, и еще я буду засыпать вот такой щепой. Все горшки у меня будут засыпаны вот такой декоративной красной щепой. Ну, здесь вот у меня такой белый уголочек. Скоро будем скамеечку убирать уже. Все скоро будет убираться. Эти дни у нас сегодня 19 октября 2022 года. Уже, наверное, еще пару дней теплых и похолодания будут. Ну, по крайней мере, так обещают. Вот, друзья, будем летом наслаждаться красотой. В общем, друзья, сейчас я это заливаю водой с марганцовкой. Еще раз засыпаю хорошим грунтом. И все, пока будет стоять. Будем ждать вот такую красоту весной. Ну, где-то, наверное, с апреля, я так думаю, что где-то с апреля. Вот видите, здесь написано апрель-май. Апрель-май. 40 сантиметров. Ну, да. Здесь, сейчас посмотрим, что здесь написано. Тоже апрель-май. А это вообще-то ранний. Он даже, по-моему, раньше должен быть. Потому что этот сорт, он раньше всех.
Ну, эти среднепоздние, скажем так. В общем, нам остается все подготовить и ждать красоты.